Вот я не двигаюсь, верно? Да. Вот, давай, шагай. Скажи, я двигаюсь? Да. Я уверен, что я не двигаюсь. Когда вы смотрите на него, он движется? Да. Ну, он там двигался. И он говорит, что я тоже двигаюсь. Еще раз повтори. Вот он говорит, вы двигаетесь, а вы говорите, он движется. Что из них правильно? Да, вы правильно поняли. Движение относительно. Мел не движется. Если я буду там двигать мел, вы можете сказать, мел движется. Но если бы у мела было, там, не знаю, был живым, да, тоже сказал бы, да, вот эти ребята движутся. Потому что... Да, верно, движение относительно.